plum sashimi. Ядовитая рыба фугу. Ядовитая рыба. Содержит нервно-паралитический яд. Да. Немало людей умерло. Давай уже. Макать надо было. Нельзя так. Какие ваши первые впечатления? Какие вкусовая оценка? Какая? Что? Такое небольшое покалывание. Те. Да? Может, я умираю? Что вы скажете о рыбе фугу? Она не имеет никакого рыбного вкуса. Своеобразная, достаточно твердая. Но она имеет своеобразный запах. Такой фуговый запах. Я бы сказала, что мне больше всего понравилась рыба фугу в проявлении в каком? Наверное, вот в этом вот, с яичком. Запечённый. Понюхаем запах. Есть. Она пахнет какой-то лесной травой. Скажите, пожалуйста, когда вы первый раз попробовали рыбу фугу? Уже действие началось. Сложно говорить, но все-таки когда это случилось? Сложно дышать. Яд начинает действовать. Это, возможно, последние мои слова. Скажу, что это еда богов. Рыба, фугу. Как же напиток богов? Кокос? Да. Кокос – напиток богов. К сожалению, здесь нет кокоса. Если соединить еду богов с напитком, кто знает, может быть, я бы и вышел.